Здравствуй, дорогой друг! У нас с 25 октября по 1 ноября стартует Twitch Drop по Ханту. Очень прикольные штучки можно получить за просмотр стримов. С 25 по 27 октября, смотря стримы партнеров Crytek, это называется Ночь Охотника на Night of the Hunter, можно будет получить за просмотр 60 минут 750 очков события. Если ты вдруг их копишь, при дальнейшем просмотре 120 минут получишь еще 750 очков события, и при просмотре 180 минут можно будет получить капкан подлеца, это Winfield Terminus. С 27 октября по 1 ноября при просмотре любых стримов, не только у Crytek партнеров, в течение 60 минут мы получим 750 очков события. Далее при просмотре еще 120 минут получаем оружейный талисман, который называется «Надежда грешника». При просмотре 180 минут мы получим еще 750 очков событий, и за просмотр 240 минут стримов мы получим легендарного охотника, который называется «Рог судьи». Кроме того, хочу добавить, что помимо очков события, к ним будет плюсоваться еще два ящика с припасами, которые могут содержать легендарных охотников, оружие, расходные предметы, бабки, в общем, такие плюшки, ребятушки. И, собственно говоря, пока все это безобразие происходит, каждый вечерочек мы с вами будем встречаться на твичевском. Так что, ребятушки, приходите, будем вместе собирать твич-дропсы. И до встречи в бою, охотник. Удачи.